Буэнос диас, братва. Ядерный рассветной заряд ваш экрана, а это значит, что мы продолжаем вскрывать уродом хлебальники в Borderlands. Садимся поудобнее, берем лисички и погнали. Будет весело. Итак, на чем мы остановились в прошлой серии? Мы выбрались со свалки. На нас наехала толпа уродов, но при этом мы получили еще один сраный квест. Хочется покупать, но никто не желает продаваться. Не у каждого есть способности к торговле, знаете ли. Взять хотя бы вас. Вы всегда принимаете заявленную цену. Вы даже не пытаетесь торговаться. Блин, а не пошел бы ты в баню, а? Вот честно. Партнер, который умеет продавать. Такой партнер, как я. Так, куда мне вообще путь держать? Получается, надо строго вниз. Давай рванем! Слишком медленно идем. Ну что ж, в рейд за бухлом, господа. В рейд за бухлом. На этот раз я постараюсь так сильно на связки не давить, потому что, во-первых, мне самому тяжело, во-вторых, далеко не факт, что вам этот эксперимент с голосом зашел. Кстати говоря, как насчет именно вот этой вот экспериментальной серии? Опишите свои впечатления в комментариях. Стоит так делать. Ну, хотя бы изредка. Или хер бы с ним. Ох, ебать. Статуэточка. Хедшотик. Чисто так. По приколу. Опа. Вот сейчас будет конкретное мочилово. Никто не заметит, когда я начну конкретно мочить. Так, блядь, что у нас тут есть хорошего? Сенсорные мины. Так, светлячок мимо. Так. 31 тысяча. Че по шелде? Шелды нет, интересный. Да и эта херня меня не очень устраивает. Но если так вдуматься, то... На, нахуй, животное. Так. Так, первая бутылка Сэма. О, еще Сэмчик. Револьвер, наверное, может даже не убирать особо. Я, конечно, понимаю, что дробовиком хлебальники вскрывать веселее. Но тем не менее. Как бы в рот я ебал флипать оружие туда-сюда. Просто потому, что мне за каким-то хером это вдруг вздумалось. О, трансфузия новая. Так, блядь. Заебись. Да на, забирай. Может даже с доставкой. А ну-ка, иди сюда, пес. Раз, два, три. Так. 3 литра. То есть 6 бутылок.
Таким макаром я могу практически не давать им стрелять. Просто потому что. О, я еще... Я уже ни хрена не видел, вот честно. Так, значит, идем сначала. 4 тонны, вы охуели. Вы охуели. Так, блядь. Я разозлился. Поэтому идем сюда, петушня. Будем вам зубы пришивать. Так как ты тут оказался, псина? Спасибо Джаресу, я попал ему в черепушку. Так, там, кажется, пиздатый пулеметик подкрался. Так, в таких узких и тесных коридорах тут либо дробь, либо револьверчик. Блять, щиты спилили, вот уроды. Так, половину бутылок собрали. Так, я что-то не вкурил. А что у меня маркер цели там делают? А? Это же, по сути, прямо возле выхода с уровня. Или типа ищи где хочешь, но чтоб было. Так... Да, красиво, ничего не скажешь. Так, в итоге я, получается, весь этот хуяльный комбинат обошел с тыла. Так, ну там цели. Проблема вся в том, что бутылки выпадают только с уродов. Так. Thank you.
Вы меня уже успели доебать, поэтому... Я начинаю зажигать. Так, иди-ка сюда. Ну чё, прыгай сюда, петушара, будем себе зубы пришивать. Так, две бутылки осталось. Хм, чуть быстро. Эй, ты, животное. Я ещё-то здесь. Так, чё там у нас по навыкам? Угу. Всё, теперь можно начинать качать количество целей. Последняя бутылка. Последняя, сука. Так, этот догорел. Ходит сюда, собака. Спать, урод. Тебе это тоже относится. Там разберемся. А времени немного. Опа! Где-то, падла, есть, я чё-то не понял. Так. Что-то как-то нахапал, говна. Давайте смотреть, что мы вообще нахватали. Так, сумасшедший пулемет у меня был. Так, 31-11, точность 19, скорострельность 1, точность 70. Дробовики только гиперион. Пошли все в опизду. Так, это моя старая трансфузия. Ну и все, собственно. Так, СМГ. Так, короче, ставим пока 1000. Это сразу раз. Два. 3, 1000. Давайте сразу 1200, хули. О, сразу куг говна выпрыгнула. Чё, кстати, так закачку в духу я дают, я не понял. А, там еще кто-то есть. А сверху еще один, походу. И точно. Так, этого заели. Гори. Гореть. Команды жить не было. Нас не уйдет.
Да, буду. Только не сегодня. А, бухлишка. А можно то, что я насобирал сверх меры, я сам выпью, а? Прошу прощения, некоторые траблы с голосом. Так. Пока что ценз 1200, поэтому... Можно и пособирать, в принципе. Бля, мне прикалывает этот звук, а? Только там еще... Кто-то есть. И отнюдь не добрый, я вам так скажу. Рвануло знатненько. Ну чё, блядь, орки ёбаные. Я уже тупо начинаю выфармливать экспу. Так, дайте-ка примерно прикинуть план. То есть, получается, сейчас мы этот квест сдаем. И, наверное, возьмем паузу в прохождении. Сам съебни в туман, животное. Так, 666. Миленькая цифра. Галп! А, это сэмич выпал. One shot, one kill. Не нравится. Бум. 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 Так, ну я так понимаю, с локации можно уёбывать. Только немножко неправильно двинулся. Хорошо, хоть не головой. Так, да, мочило было не кислое, если так подумать. И тем не менее я буду трезвым. Нахуя мне спрашивается топать, когда я могу долететь? На этот раз скажу тебе правду. Ты вроде как ищешь карту этого дурацкого хранилища. Она у Крома. Он два раза в него. О, а теперь получается разносить уродов с одного... Пинка. Да? Чё надо?
Так, блядь, теперь мне куда двигаться? А, все-таки назад. Так, ну что ж. Дробью подражились. Заходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным ценам. Лекарства на любой вкус. Да ладно! А, то есть он равен моему за исключением некоторых моментов восстановления здоровья. Так, теперь посмотрим, что нам дает навык вообще кража жизни. Ага, когда кровокрыл атакует врага, вы получаете очки здоровья в зависимости от ущерба. Так, то есть, когда птичка атакует вражину, я получаю ХП? Охуенно. После убийства восстанавливает случайное количество ХП. Так, ладно, посмотрим. Если нужны лекарства, подходим и берем. Так, воздушный удар, мгновенная атака. Что они нам дают? Так, мгновенная атака. Урон и скорость. Воздушный удар. Ошеломление. Кому нужен врач? Так, немножко не то. Так, ну кража жизни, это, конечно, круто. Калибр. Увеличение дамага. По 4 штуки. 8... Так. То есть. На 8% увеличивается урон. И на 85 криты. Бля, в принципе, неплохо. Но если так подумать, в рот оно все ебалось. Так, теперь 23 минуты. Ну, как сказать? Так. Это нам не надо. Это нам не нужно. Так, а больше мне продать... А, щиты я не посмотрел. О! 296. 173. Не, все хуйня. Значит, можно выдвигаться. Надеюсь, меня сейчас опять не попытаются изнасиловать. А могут. Поэтому бегом, бегом, бегом. Потому что я в рот ебал в конфронтацию сейчас ввязываться. Поэтому... С другой стороны, я могу натянуть все, что шевелится, и даже немножко больше. Что-то качки, кстати, дохуя XP приносят. Так, этот лежит. Так, этот догорел. Спать. Здравствуйте. Елена Пирс ждет вас в новой гавани. Так. Зажигательный момент. Так, где-то еще петух. А, там точно та же пушка Гатлинга. Так, теперь дайте-ка подумать, куда теперь? Куда-то очень далеко. Так, минус пушка.
Короче, сейчас доезжаем до локации и пошло все нахер. Эй, не пора ли нам в путь? Давай рванем! А теперь прокатимся с ветер... Так. Алюх. Баздык. Баздык. Ой, там какое-то животное выпрыгнуло. Ну да похуй. Так, получается, сейчас вот тут прямо на мостик и проскакиваем. Как фанерка над Парижем. Блять, что я делаю? Мерзкие скаги беззащитны в ближнем бою. Так, блять. Мы в какой-то очередной жопе мира. Честно, я не очень хочу куда-либо тащиться дальше, поэтому... Давайте, наверное, здесь и прервемся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям, комментируйте. Ну, вы сами прекрасно знаете, что делать. До скорой, ребятки. Sanders out.